Итак, продолжаем летсплей игры Pokemon Platinum. Я сильно извиняюсь за тот шум, который был в предыдущей части. Я просто забыл выключить вентилятор, вот он нам гудел в микрофон. Блин, даже не перезаписать теперь, потому что я все сохранки использовал. Ну ладно. Ничего страшного, надеюсь, слушать там вполне можно. Так, короче говоря, мы прибыли в город Флорома, где это, кстати, находится. Ну да, по пути. Нам еще нужно далеко-далеко идти до Этерна Сити. И, собственно, здесь тут появились некоторые чувачки из этой команды Галактики, которые являются основными антагонистами в этой игре. Надо стараться бить их везде, где они появляются. Мы не команда Галактика, и мы тут какого-то хрена делаем. Сидим посреди вонючих цветов. Это не круто. Эй, ты, не сравнивай. Это довольно важное дело. Но жуки и травяные покемоны так меня пугают. Я не люблю тоже здесь быть. Ну и чё? Может, вы мне что-нибудь скажете, а? Вот таркоманы, а? Стали вообще меня в упор не замечают. Надышались их цветов вонючих. Не знаю, видимо, мне здесь пока что нечего делать. Я думал, драться с ними придется, а вот хрен. Да. Ну ладно, что ж, придется тогда идти на север, я так и понимаю. Я тут всех обыскал, все смотрел, никто мне ничего не сказал по поводу этих грантов. Вернее, там один чувак сказал что-то, но... Не возмущался толком. Ну ладно, что ж. Тут у нас, смотрю, еще ягодки есть. Ну, ягодки, конечно, нужно стараться тырить. Они мне еще могут пригодиться где-нибудь. Поскольку это те же самые зелья, только могут быть использованы автоматически, то бишь они круче, чем зелья. Хотя ими, конечно, и так никогда не особо не пользовался. Да, хотя стоило, конечно. Ну ладно. А, блин. Помоги, помоги, тренер, пожалуйста, я хочу увидеть моего отца. Мой отец и я жили в долине ветров. Но тут некоторые придурки, одетые как долбанутые космонавты, пришли. Они отпинали меня и забрали отца и заставили его делать страшные вещи. Пожалуйста, тренер, я потерял моего отца. Ну понятно, вот теперь нужно будет вернуться назад. Дальше меня все равно не пропустят, пока я с этим не разберусь. Ладно. О, эти придурки исчезли, однако. Сейчас мы с ними разберемся. Достаточно болтать. Убери руки от этого сладкого хони. Дело, как бы сказали, команда Галактика будет иметь этот хони. Мы должны иметь это, чтобы заставить покемонов в великих числах или что? А, понятно. Зачаровать. Эй, этот пацан подслушивал. Что вам стоит делать? Нам не нужно убегать за помощью. Этот придурок... Решение просто. Мы... Сломаем этого придурка. Ладно. Я, в принципе, не возражаю, если меня пытаются замочить. А зачем по одному? Могли бы и сразу вдвоем, что ж. Чего мне бояться-то с моим 16-м... То есть 18-м левелом. Ладно. Шоканем его разочек. Готов. Еще парализован. Фу. Да, плохо. Ладно, откусим ему что-нибудь. Давай, Люксик. Хрусть! И откусил ему там все, к чертовой матери. Готов. Вот почему... Вот почему мне приходится быть грантом вечно. Видимо, грант это что-то типа рядового, не знаю, как это переводится. Это так низко. Он заставит заплатить. Я следующий, хи-хи-хи. Сражаться с тобой после... ослабление после того, как ты ослаб, даст мне преимущество, короче говоря. Ладно, посмотрим. Давай, Люксик, не сдавайся, даже хоть ты отравленный. Не сдавайся, мочи его. Готов. Хорошо. Блин. Еще один зубат, ну это легко. Я правильно выбрал покемона в этот раз. Это было легко. Я хочу продвижение, так что мне стоит получить более крутого покемона. Действительно. Этот придурок крут. Действительно, действительно крут. Круче, чем я могу выразить словами. А я знаю много слов. С нами здесь закончено. Пойдем свалим отсюда. И телепортировались. Да. О, что это было? Эти придурки тут что-то уронили. Это какой-то ключ. Он должно быть от долины ветров. Это не для меня. Ты можешь его использовать. Спасибо.
Спасибо тебе, ты просто спас меня. Эти придурки пытались украсть у меня мой сладкий-сладкий Хони. Они были вообще долбанутыми, однако. Ты видел, как они были одеты? Что они говорили, ничего не означает, скорее всего. Ах да, мне нужно тебя отблагодарить. Вот этот сладкий-сладкий Хони. Возьми немножечко. Спасибо, сладкий-сладкий Хони. Используй этот Хони на сладко пахнущем дереве. Это может впечатлить покемона. Ну ладно, что ж. Да. Вот это вот страшенное дергание экрана означает, что мой несчастный Люксик продолжает быть поедаемый ядом, скорее всего. Блин, надо его вылечить, скорее всего. Так, что у нас имеется? Скорее всего. О, у меня же есть антидот. Хотя, конечно, не стоит его, по идее, использовать. Просто потому, что он может пригодиться в более нужных ситуациях. Так что просто вылечим нашего нясочку. Сейчас он все равно само пройдет. Ура! Может быть, пройдет, может быть и нет, хрен его знает. Ну-ка, что внутри есть? Можно кого-нибудь ограбить? Че эти чуваки здесь делают, интересно? Цветы, которые растут здесь, они особенные. Ты видел, как много цветов повсюду в Сино? Ты можешь поблагодарить покемона за это. Хм. Ну и то же самое. Ладно, ничего особенно интересного здесь нету, так что валим. Нужно уже вылечить нашего несчастного Люксика. Блин, нифига себе его там торкает, однако, этим ядом. Кошмар. Так, Люксик, ты еще живой там, да? Живой, хорошо. Терпи, сейчас мы тебя вылечим. Так, центр. Фух. Люксик еще живой? Живой, нящика, держись, братюнь, я тебя спасу. Ладно. Усё. Да уж, я тут так опасная вещь для него, видать, сильно уязвимый. Потому что обычно отравление проходит гораздо быстрее. Ну ладно, что ж. Зато его спас, тебя можно спокойно валить дальше. Ну что? Так я... Что-то никогда не очень догнал, я же его уже спас, что еще от меня надо? А, ну видимо уже ничего. Ладненько. Здесь, мне кажется, делать пока что нечего. Хотя может что-нибудь стырить. Зелиться. Так-так, а это у нас что за придурок здесь торчит-то, а? Нет, сначала, пожалуйста, теми разберемся на севере. Конечно, разницы нет, которого из них шпынять. Мы, команда Галактика, проводим исследование леса Этерна. Это слишком далеко куда-то может зайти. Наше исследование содержит ловлю покемонов в цветущих долинах Флуоромы. Мы также похищаем энергию этой долины. Но это не для тебя. Да. И почему-то я не могу им просто надавать по харе палкой, например, скинуть их в воду, там, об столб, об мост, например, башкой их стукнуть. Нет, блин, нужно обязательно идти назад и делать что-то еще. Ладно. Видимо, нужно добить морду вот этому придурку в отместку за его товарищей. Ты не посмеешь пройти в долину ветров. И у меня есть приказ сдерживать всех, если они не часть команды Галактика. Ты даешь мне повод думать, что ты собираешься зайти внутрь. Хорошо, тогда ты будешь со мной сражаться. Да без проблем. Кстати, красивый вентилятор, так гладко движется. Ладно. Гламяу. Но это, конечно, не проблема. Откусите что-нибудь или ее лучше сжечь? Лучше сжечь, пожалуй. Электрическим стулом. Какой я добрый-то, однако. Да, похоже, я действительно не смогу победить с таким покемоном. Блин, действительно, да. Согласен. Это великолепно. Быть убитым дурацким пацаном. Но ты не можешь делать вещи, если я запер здесь с моим ключом. Это правда, другие ключи не здесь. Да. Мои товарищи в пачке цветов должны иметь один. Ха-ха-ха, в этом смысле я больше не лузер. Захлопнулась. Ну, у меня ключ-то уже есть, поэтому не проблема. Вот тебе пришло наше время, наконец-то, в какой-то веке, зачистить целую колонию этих уродов. Что? Нет пути, у тебя есть ключ? Запертая дверь была бесполезна. Я лузер после этого. А, нет времени для самобичевания. Мне стоит сообщить командиру. Да без проблем.
Зато теперь, собственно, в центре этих всех уродов, и я начищу им всем рожи абсолютно, без исключения. Неважно, сколько козлов станет на моей дороге. Ой, это не смешно и не игры. Это для работы, я тебе сказал. Ладно, без проблем. Еще одну рожу начистим. Ой, зубатик, какая удача. Прям те самые покемоны, которые уязвимы к моему люксику. Просто шикарно. Я только рад лишний раз начистить побольше морд. О, еще левелап, шикарно. Что? Какой-то придурок сломал мою работу. Да. Ладно, нет смысла с ними говорить. Продолжаем бить морды, пока они тут еще есть. Так. Собирание электричества из долины ветров. Вот наша миссия. Ну и чё, зачем ты мне это сообщил? Тоже мне, блин. Еще одна гламяу. Тоже сожжем на электрическом стуле. Ау. Еще раз сожжем. Готов. Станки, это кажется, тоже работает в этом деле. Да. Сжигаем. Усё. Это было легко. Мне действительно не нравятся дети, которые... которым случается быть крутыми тренерами. А вы-то лошары, что ж. Так. Да-да-да, судя по всему, здесь будет сейчас хорошая драка. Надеюсь. Мой покемон не может больше драться. Он должен отдохнуть. Фу. Сейчас наш командир с тобой разберется. Ладно, сейчас я разберусь с вашим командиром, набью ему харю, засуну его в унитаз. Или куда-нибудь еще. Я один из троих командиров галактической команды. Нет, постой. Один из четырех командиров. Мое имя Марс. Мы пытались создать новый мир, который будет лучше, чем этот. Но люди немного нас не понимают о том, что мы делаем. Ты тоже не понимаешь, не так ли? Это немного печально. Так что давай подеремся и посмотрим, что мы должны делать дальше. Если я выиграю, ты свалишь. Если ты выиграешь, мы команда Галактика свалим. Как-то, однако, легко. Хорошо, без проблем. Забавные, конечно, боссы, вроде как взрослые дяденьки и тетеньки сражаются с маленьким мальчиком и говорят, что свалят, если он их победит. Хотя, с другой стороны, какой у них выбор? Без покемонов люди ни на что не способны в этой вселенной, к сожалению. Или, может быть, к счастью. Ну ладно. Используем те же самые приемы, куда тут деваться, все равно все лошары. Так, Пуригли. Пуригли? Ой-ой-ой. Большая гламяу, жирная такая бочка. Без проблем. Ай, уже сволочь. Эй, вообще охренел, да? Жирная бочка. Так. Похоже, мне нужно подумать, что делать дальше. Такс. На. Готов, скотина тупая. Что ж, значит, чувак, неплохо так, однако. Готов. Вот и все. Это не может быть, я проиграла. Ты просто охренеть как крутой. Да, согласен. Упс. Я не предметила этого. Но это вроде бы она, а не он, правильно? Так что да, все правильно. Я насладилась нашей битвой. Ох, блин, поиграть пацану, не так ли? Ладно, неважно. Мы собрали достаточно энергии. С этой энергией мы можем делать все, что нам хочется. Это, скорее всего, очевидно, гений, которого, блин, вообще ни хрена не понял. Ладно, нам пора теперь идти. Заткнись! Босс единственный, кто может мне приказывать. Ты можешь заткнуться вокруг меня. Ты только присоединяешься к нам. Не думай, что ты важный. Да. Я полагаю, это время сказать пока и свалить на какое-то время. Ну круто, что ж. Команда Галактика. Они говорили о том, что они хотят собирать покемонов и энергию любой ценой. Это важно для создания новой вселенной. Или как они называли. Ничего, что не, то, что не сказали, ничего не имело смысла. Я не могу сказать тебе, как я благодарен за то, что ты меня спас. Я могу наконец-то увидеть мою маленькую дочь снова. Ах, так это был ее отец, ё-моё. Я думал, тот мужик. Папа, ой, папа, ты такой дебил, иди помойся теперь, идиот. Да. Ой, извини, ахаха, они заставили меня работать без остановки. Спасибо тебе, тренер, ты сделал этих придурков уходить отсюда. Я думаю, покемон Шарик будет вернуться назад. Что? Да. Покемон Шарик появляется... Вы что, вообще все наркоманы? Какой еще покемон Шарик, блин? Ладно. Ну и что?
Могли бы мне хотя бы что-нибудь дать в награду? Тьфу, сволочи. Ну ладно. Хотя я все же дал чего-то более эпичного, чем одна жирная бочка, которую было сложно убить. Блин, опять Дэвид Тенна, да сколько можно? Ах да, это ты, да. Я слышал, что команда Галактика появилась в этом... на этой электростанции. Я тоже сразу же прибежал, так что команда Галактика, где они сейчас? Ты заставил им сбежать, ты говоришь. Ты тренер, но... круто, мне стоит проверить внутри. Блин. Дэвид вообще долбанулся, по-моему. Невероятно. Да, это так. То, что ты сказал, это все правда. Замечательно. Я думал, что ты, несмотря на то, что ты молод, ты тренер, который крут и крут. И что-то типа того. Да. Я получил совет, что команда Галактика прячется в городе Терна. Так что пора идти туда. Блин. Доктор, куда ты помчался? Взял бы меня, что ли, с собой? Было бы неплохо побыть твоим напарником. Эх, мечтай, мечтай. Ну ладно. Теперь нужно двигаться на север, только сначала придется вернуться назад и немножечко подлечиться. А то мой несчастный Люксик, однако, был просто выпотрошен этой жирной бочкой, которую я замочил кое-как. Да уж, ладно. Ничего страшного, я так думаю. Ну-ка, сколько времени я там записываю уже? Это просто не хочется сильно углубляться. Так, 16 минут, нормально. Стараюсь держать все серии минут где-то по 30 или типа того. Ну, как получится уже. Ладно, скипаем все, что можно. Несемся, как Соник, просто как Соник. Да. Ну и опять, естественно, новая дорога и новая гора уродов, которые сразу же меня будут пытаться выцепить и сделать со мной страшные вещи. Может быть, подраться перед тем, как я зайду в лес Этерна? Ах. Ладно. Еще один вонючий кемпер. Ух ты. Поняшка, однако. Ладно, сейчас посмотрим, что мы можем сделать с поняшкой. Какие интересные вещи. Например, посадить ее на электрический стул. Отлично работает. Ух ты. И добить. Готов. Однако неплохо так очки опыта идут. Думаю, здесь однозначно стоит немножечко покачать своих покемончиков в этой травке. Да. Ну и то же самое про это дерево говорит. Но, честно говоря, не вижу смысла пытаться с ними что-то делать, с этими деревьями. Мои покемоны так прекрасно меня, ой, тьфу, и себя чувствуют. Да, блин, что ж такое-то, вы мне даже шевельнуться не даете. Ух ты, Буйзелька! А вот, собственно, третий покемон, которого мне нужно было поймать. Замечательно-то, однако, как мне повезло. Шикарно. Так, ну хорошо, сейчас подумаем, как бы эту несчастную няшечку поймать-то нам, а? Так. Ну-ка, Буйзелька. Нет, не надо убивать. Попытаемся еще раз. Блин, да что ж ты все убиваешь, что убиваешь-то, засранец, а? Вот, сойдет. Так. Я тут получил великий шар с более высоким шансом поимки, так что надеюсь, от него будет толк. Так, давай, Бузелька. Не сопротивляйся, это бесполезно. Ура! Бузелька была поймана. Вот еще одна няшечка в моей команде. Тоже спайты, смотрю, изменили. Ну, в общем, я тут смотрю, больше часть спайтов перерисовали зачем-то. Они, в принципе, и так выглядели нормально. Ну и сейчас тоже неплохо. Ну ладно. Вот теперь у меня действительно есть чем заняться. Теперь нужно будет поднимать Буйзельку нашу. До нужного уровня. Да уж, этим, видимо, придется посвятить. Этому придется посвятить немало часов, скорее всего, теперь. Здесь нету гор, но я продолжаю тут. Ползать, ха-ха-ха. Давай потерпимся. Ну вот, теперь уже наконец-то на меня пошли взрослые жирные дядьки с бородами. Да уж. О, как однако удачно я пришел, как говорится. Сейчас без проблем. Блин, черт, я совсем забыл. Не тот покемон. Так, ладно, извиню, Люксик, но нам придется взять Гротлика. От него здесь будет больше толку. Сила электричества была понижена. Но мне это не волнует. Зарежем. Готов. Так, next. Еще один Гелдют. Давай, без проблем. Некоторые придурки почему-то носят троих одинаковых покемонов, или даже бывает пятерых одинаковых покемонов. Ну, в общем, дебилизм какой-то. Да уж. Ладно. С ними всеми мне нужно справиться. Ну, это, в принципе, несложно. Ох, да, я... охренел, какая-то была хорошая битва. Ну, жирный придурок. Ну, ладно. Повышение защиты, неплохо.
Тут, кажется, уже дорога прямая, только наверх идет, да? Ага, точно, до леса, и в лесу уже будет самый такой ад кромешный, так сказать. Если это можно так назвать. Ну ладно. Блин, да что ж вы мне даже обойти вас не даете, сволочи? Я люблю покемонов, которые пахнут сладко. Что? Ах же ж ты из... Скотина, блин. Она еще покемонов нюхает. Фу. Бессовестная дама. А, ну хотя если такого покемона, то в принципе я могу понять, у которого цветы в башке растут. Ну или в руках. Ладно, не страшно. Кажется, электричество на них плохо действует, так что давайте ему что-нибудь откусим. О, отлично работает. Level up. Такс. Ты понял, что я имела в виду? Мой покемон не пах сладко? Блин, я не буду твоего покемона нюхать, не надо меня спрашивать, наркоманка чертова. Так. Ну, буетельку надо качать, конечно, на более низких уровнях, потому что здесь ее будут бить абсолютно все, поэтому нужно будет вернуться назад и покачаться... где там было покачаться? В Джубилайфе покачаться, по-моему. Ну ладно, посмотрим. Пока что наша цель — это просто продвигаться. Ну-ка, с этой стороны, что ли, зайти? Так, еще один наркоман, да? Это был длинный путь между городом Флорома и Терна. Так что давай подеремся. Я всегда удивляюсь этой логике. Я сделал то-то, я сделал это, давай подеремся. Какая-то странная обезьянка. Давайте-ка я по башке зарядим камушком. Ай. На, похари. О, эффективно. Хорошо. Ай. Блин. Еще раз. Готов. Фух. Неплохо так уровни растут здесь в этом месте уже. Замечательно. Еще 224 рубля. Так. Опять жиробас, который будет меня бить. Да что ж такое-то? Все здесь издеваетесь, что ли, надо мной, а? Я потерялся здесь. Здесь везде места. Что? Еще один наркоман какой-то. Николас Кейдж. Ладно, сейчас мы его разрежем. Эй. Эй, хорош уворачиваться, сволочь. Готов. Красота. Потерял этот путь. Тренер, который еще и потерял битву с тренером. Потому что ты лошара жирный. Чего удивляться-то? Какой я добрый, однако. Ладно, фиг с вами. Какие типы покемонов вокруг везде, интересно? Какая разница? Все равно мои сделают всех. Бедовчик, няшечка. Давайте-ка мы по башке зарядим тоже камушком. Это так мощно выглядит, еще и суперэффективно. Так. По черису. Давай-ка. Маленькая белочка. По башке игрой тоже зарядим. Она еще и энергию накапливает. Ух ты, блин. Зарежем ее прежде, чем она этого сделает. Фух. Красота. Я шокирован, и как я проиграл, потому что тоже лошара. Так. Халявка. Ага, шарик. Поки-шар, который лечит покемона после поимки. Да, очень полезная вещь, кстати. Так, ягодки. Нямка. Нямка. Ягодки, как я прочитал, можно обменивать на аксессуары, только это нахрен не нужно, потому что с аксессуарами и прочим делом я париться не буду. Все-таки для меня это лично не основная часть игры. Самое интересное — это продвигаться по сюжету и новым локациям, так сказать. Чтобы всегда было чем заняться. Да, блин. Шевелються не успеешь, когда на тебя уж какой-то хрен еще нападает. Так, чем бы тебя стукнуть? Давайте горой по башке. Отлично. Ух ты, еще защиту повысил. Еще раз по башке горой. Не помогает никому повышение защиты, только мне. Так. Ну-ка, халявка. Репел, ага, это опять против диких покемонов. Хорошо, пригодится, наверное. Ну-ка. И каждый раз такой музон прямо зажигается вообще. Хря! Нет пути для отступления! Батл Герк Келси. Да, какую только хрен здесь не увидишь. Ну-ка, разрежем-ка твоего товарища. Отлично. И горой по башке. Красота. Level up. Супер. Гротл желает получить укус. Интересно, зачем это ему нужно? Ну, по идее, мне укус не нужен, конечно. Но, с другой стороны, мне поглощение тоже не нужно. Так что, заменим его укусом. Так. Да-да-да, ты профукала еще и думал, что я другого уровня. Конечно, вы же только и можете бить слабых. Сволочи вы, бессовестные козлы. Ладно. Блин, и опять очередная атака. Что ж такое? Здесь все такие агрессивные, прям поражаюсь. Ох, я не знаю, стоит ли немножко поиграть? Корова, блин. Ладно. Пиплапчик, нифига себе. Вот это внезапно.
Стратовиков же вообще ни разу не видел в Даймонде, чтобы они были у кого-то, кроме Доун, меня и Барри. Оказывается, они есть теперь у других в Платинуме. Это забавно, да, однако. Но Пиплап, конечно, тут тоже лошара. Так что без проблем. Такс. Все, мы наконец-то преодолели всю эту здоровенную дорогу. Так, о, вещь. Супер зелье, отлично, то, что нужно. Нужно будет чаще покупать медикаменты, так думаю, на мои деньги. Мне их все равно девать некуда. Сколько у меня там уже бабла? 16 тысяч уже, ни хрена себе, однако. Наковырял. Из носа. Ладно. О. Ты немного устал, восстановись немножко. Блин, какие добрые люди, слушайте, я тоже хочу так в реальности, чтобы ты зашел в любой дом и тебе предложили отдохнуть. Супер, что ж. Да-да-да-да-да, репел. Так же означает, что нельзя поймать покемона, который не будет появляться. Ну, понятное дело, это не особо-то и нужно. Так. Много ядовитых покемонов живут в лесу Этерна. Но я не покупаю антидоты. Что мне стоит делать? Стоит мне идти или вернуться? Ну да, я бы тоже думал, стоит идти или вернуться, но, к сожалению, обойти здесь нигде нельзя. Поэтому придется идти прямо через лес и надеяться, что никто не сможет отравить моего несчастного покемончика до смерти. Такс. Ну нормально так, ничего. Ну-ка. 26 минут, ну нормально, побегаем еще немножечко, а потом уже прервусь. Лес Этерна. Ух, какое место. Здорово, мое имя Черил. И ты... Ага, твое имя Джон. Я очень рад встретить тебя. Джон, могу я попросить тебя большой услуги? Я хочу пройти через этот лес, но я боюсь идти в одиночку. Я слышал, что здесь где-то есть группа людей, которая называется Команда Галактика. Я думаю... Их очень много. Можно пойти с тобой? Ну и вот, собственно, то, ради чего очень стоит париться. Я буду содержать твоего покемона в отличном здоровье. Короче говоря, иметь напарника в этой игре — это просто замечательно. Ой, ты идешь назад, я подожду здесь тогда. Не-не-не-не, пацан, подожди. Я с тобой. Все. Короче говоря, поскольку он постоянно лечит моего покемона и восстанавливает его движение, мы можем бегать тут и сражаться до бесконечности абсолютно, и, соответственно, качаться тоже до бесконечности. О. И каждый раз причем мы деремся вместе, поэтому я могу качать даже своего слабого покемона. А вообще, Черил — это он или она? Я ни хрена не понимаю. Ну ладно. Да, однозначно. Можно будет покачать прямо здесь, в этом лесу, бузельку. Такс. Зарежем бедовчика. Ура! Снесло к черту. Готов. И каждый раз, соответственно, я получаю опыт от этого. Поэтому очень выгодно, пока у тебя есть напарник, использовать это и бегать и качаться. Просто для этого не нужно будет теперь бегать в покет-центр, и можно просто носиться здесь сколько угодно, хоть до бесконечности. Проблема только в том, что потом напарник исчезнет со временем, поэтому... Вернее, не со временем, когда мы пройдем этот лес, поэтому нужно использовать его, пока он есть, короче говоря. Я ищу жука-покемона, с которым могу победить в Этерна Гуме. Жуки замечательные, тебе не кажется? Они так растут, они так быстро растут. Но меня это, конечно, не волнует, по сути. О! Гора, которая покрыта мхом. Действительно, ой, чувствуется приятно холодно. Короче говоря, замечательное место, в котором можно эволюционировать Иви в Лифеона. Нового покемона. Вернее, новую эволюцию Иви в этой игре. Но поскольку Иви все равно не получить до того, как мы закончим игру, то, к сожалению, ни Лифеона, ни Глосиона моего драгоценного я сделать не смогу. Когда я играл в Даймонд, я призвал Иви с помощью чита, поэтому я уже бегал с Глосионом в это время, но... Теперь я, к сожалению, этого делать не буду, скорее всего. Так что ладно уж. Прости, Глосия, но придется тебя получить только уже после окончания игры. О! И нас тут же уже кто-то поджидает. Вот сволочь, а! Что за холод ты можешь спросить, но? Я скажу, я отвечу тебе... А, нет, он хотел спросить, что круто, я отвечу тебе, жуки, да. Мы просто здесь на своем пути или типа того. Ладно. Жукоеды долбаные, блин. А почему у них не жуки? Почему здесь по черису, например? По черису это что, тоже жук? Ну ладно. Так, зарежем по черису, пожалуй, сразу же. Ух ты, однако, парализовал моего товарища. Ну ладно, снесло всех к черту. Так, ну, блин. Силкон. Ух ты, блин. Режем силкона. Быстрее. Иначе он будет постоянно использовать баф на себе. Постоянно восстанавливаться. Да.
Готов. Неплохо там, однако, получаю опыт. Так, и какая-то дурацкая бабочка. Давайте я что-нибудь откусим, пожалуй. Ай. Снесло. Фекс. И еще раз откусим эту сволочь. Готово. Еще и левел-ап сразу. Шикарно. Короче говоря, да, определенно стоит здесь побегать и покачаться, пока есть возможность, однозначно. Так. Не игнорируйте жуков. Они действительно ожуковывают меня. Что типа того. Ну ладно. Вот лошары. Ну ничего страшного. О, еще одно лечение паралича. Пригодится. Так что сейчас мы подойдем к выходу из леса, скорее всего, поэтому придется прерваться. Но не все так просто. Естественно, нас опять пытаются забить толпой. Я вижу это. Я вижу, ты идешь вниз к поражению. Вообще охренели, что ли, мужички? Когда тренеры покемон работают воедино, величайшая сила рождается. Да. Психик Линдли, психик Еджихан. И как-то еще. Короче, два психа. Давайте как мы их зарежем чем-нибудь помощнее. Например, листиками. Ай. Ай. Зарежить. Номер один, номер два. Это было легко, однако. Халява. Это я, значит, должен был поразиться. Ух, ух. И 1000 рублей. Красота. И все на халяву, считай. Ладно. Я только за. Блин. Опять куча народу здесь будет сейчас. Будёв. Блин, их даже не зарезать ничем. Ну, можно попытаться, конечно, но это, кажется, неэффективно совершенно. А хотя и так работает, поэтому какая разница. Такс. Поглощают. Повысился. Так, зарежем еще раз. Ой. Сори, пацанчик, я случайно задел своего товарища. Но он, правда, не возражает, судя по всему. Так что ничего страшного, по сути. Ну ладно. Сейчас мы это исправим. Зарежем еще раз. Готов. И второй готов. Шикарно. Фух. Чуть не завалил своего товарища. Ну, правда, этот... как его там звали-то, я уже забыл. Все равно его восстановят, поэтому ничего страшного на самом-то деле. Блин, опять битва с придурками. Да что ж такое-то, а? Ну, что там еще интересного? Теперь идет что-то там. Так. Мои чувства звучат. Я чувствую редкого покемона. Что? Вообще наркоманы, что ли, блин? Ловитель жуков, ё-моё. Каких-то чудовищ понасобирали там, пытаются еще меня с ними остановить. Ладно, справимся со всеми. Блин, вообще вернулся там один из них, сволочь. Так. Ай, блин, только не это. Еще меня заразили, чёрт. Ладно. Статус хиллерс. Так, какой там из них лечит? Ага, от яда, отлично. Готово. Хотя, на самом деле, можно было это не использовать, потому что этот червь у меня все равно вылечит от яда, то же самое. Так что да, зря я парился. Ну ладно, ничего страшного. Готов, блин. Никого толком не убил, ну да ладно. Главное, что он действует на двоих сразу, поэтому очень выгодно все равно использовать резание листиками. Ура, номер один, номер два. Всех снесло к черту. Красота. И опять левел ап. Супер. Так, еще куча народа. Да что ж такое, что ж вы такие неугомонные-то, сволочи, а? Однако. Блин. Ладно. Посмотрим, что у нас еще есть тут, однако. Укус. Откусим что-нибудь этой бабочки. Ну, отлично работает, шикарно. Ава-ва-ва-ва. Я же говорю, не наркоманы, однозначно. Судя по этим звукам, которые они издают. Да. Так, ладно, здесь, кажется, уже выход из леса, поэтому... можно будет уже прерваться наконец-то. Да, тут, я смотрю, нас еще поджидают. Ну, короче говоря, ничего интересного, скорее всего, уже не встретится. Так что можно пока что отдохнуть. Это можно много записывал, да? Да, однозначно. Так что пока что прервемся и просто покачаемся вокруг, пока есть такая возможность. Покачаем бузельку и так далее. В общем, надо набрать побольше уровней. Это все равно потом пригодится. А в следующей серии уже продолжим проходить через сам лес и, собственно, расстанемся с нашим товарищем. Хоть и не хочется это делать, но, к сожалению, вечных напарников в игре не бывает. Да. Ну, пока что попользуюсь им, пока есть такая возможность. А пока что все.